Всех приветствую на своем канале. У меня появилось немножко времени, и я решила записать обзор или видео, в общем, на тему вопрос-ответ номер 3. Я так понимаю, его кое-кто очень ждет. Мои уши все еще не очень хорошо себя чувствуют, но благодаря совету одной хорошей девочки Кати, они сегодня более-менее еще активны. В общем, вопросы у меня тут. Да, шпаргалка, как обычно. Где ты работаешь? Отвечаю в третий, кажется, раз. Я официально не работаю, я фрилансер. Ну, то бишь шабашу. Допустим, могу работать ушами дистанционно, то бишь домашний психолог в роли домашнего психолога. Могу установить вам систему Linux за определенную монетку. Ну и так еще по мелочи. Ну и попутно, вот сейчас собираюсь идти работать в сад по собственному желанию. Так, второй вопрос. Откуда знакома с Аленкой? Аленка, она же Елена Снегирева. Мы с ней знакомы аж с 2002 года, когда я поступила учиться в Кулек, то бишь училище культуры в Ярославле на библиотечное. Она училась там на хоровом, у нас просто была общая одна большая такая компания, и мы с ней дружили, общались. Там, в общем, из всей компании, с кем сейчас вот просто мы общаемся в реале или по сети, это вот она и я остались, а еще была Наташа Поликарпова, мы с ней где-то до года 2009 еще общались, потом связь прервалась. Еще девчонки были, ну, в общем, была такая веселая большая компания. Так, кто такая Маша? Маша — это моя подруга-библиотекарша, она начала работать еще при моей маме, она старше меня на 10 лет, где-то в видео есть несколько... В общем, есть несколько видео у меня на страничке, где-то там старые такие, где она в кадре есть. Она там где-то кого-то пародирует, потом Новый год мы с ней в этом году вместе отмечали у нее дома. Она рыжая и в очках. Еще она у меня есть в друзьях, Маша Яковлева. Так, что больше нравится, Эйвен или Гринмама? Ну, допустим, в Гринмаме на данный момент духи не выпускаются. Когда начала заниматься Гринмамой, то духов там уже не было. Допустим, духи мне нравятся Вейвен. Некоторые продукты тоже Вейвен мне нравятся. Некоторые гели, скраб, вот этот гель-гамаш, точнее, цитрусовый заряд, зелененький такой, Сенсус. Потом некоторые продукты из детской серии. Но, допустим, если вдруг я перестану заниматься Эйвен, а буду заниматься только, смогу покупать, допустим, только Гринмаму, то, наверное, я не расстроюсь, и мне, в принципе, практически все нравится у Гринмамы, вот все, что я пробовала, практически все мне подходит. Ну, так, чтобы не обидно ни той, ни другой фирме было, в принципе, и то, и другое хорошее, где-то есть что-то, где-то есть действительно хорошие продукты, где-то не очень, ну, там, в принципе... Каждому свое, кому-то что-то подходит, кому-то нет. Кому-то подходит, насколько мне известно, Гринмама, кому-то эта Гринмама не подходит. Надеюсь, я это нормально ответила на вопрос. Так, последний вопрос. Почему не хочу одевать линзы? Потому что у меня, во-первых, я терпеть не могу, когда в глазах ковыряются, но это связано также с ресницами, я там что-то где-то, то ли в страхах, то ли в информации о себе, то ли еще где-то в каких-то видео говорила. Во-вторых, у меня это связано... Чисто по медицинским показателям, кажется, из-за черепно-мозговой травмы что-то там такое не состыковывается с линзами, в общем. Так, ну и очки я снова одела, я, в принципе, без них, ну, вижу, но не настолько. Но тут у меня еще накопилось сверх дофига приветов. И поэтому сейчас последуют приветы. В общем, привет, Светлана Соловьева. Привет. Так, Алексей Володькин. Привет. Чонгуки Сахарный, чисто ник переписала. Так, Сюзанна Гюнько, привет. Вообще, я ник даже переписала, ну, на бумажке увидите потом. Алина Максимова. Так, сейчас третий раз буду этому человеку передавать привет. Может, я раньше неправильно произносила, но теперь я полностью переписала, так и произнесу. Арпине Мирзаханян, тебе тоже привет. Ксюша Тян, привет. Викуля Кацука, тоже привет. Регина Заруднева, привет. Мне так радует, когда ты там вместо меня отвечаешь с этим трололо на комменты. Спасибо. Настя Альшевская, тебе тоже привет. Георгиева Олеся, привет. Надеюсь, правильно там ударение поставила.
И Анастасия Семенова, тебе тоже привет. Вот у меня такой список. Оказывается, на другой стороне какая-то бывшая лекция. Ну, я надеюсь, все, что нужно, я сегодня сделала в этом плане видео. Если вы досмотрели до конца, если я удовлетворила ваше любопытство, то я очень рада. Ну и до новых встреч. Пока!